Привет, с вами Ярослав Соловей Биби Channel. Сегодня нормальная часть 15 про Арти Биби. И сегодня скоро будет новое видео. Не волнуйтесь, скоро будет новое видео. Только не подписывайтесь, поставьте лайк, палец вверх, подписывайтесь на канал, включите колокольчик, пишите в комментариях. Крутая серия или нет? Напишите мне в комментариях. Если крутая, поставлю сердечки. А кого? А кому не понравилось, то буду делать жалобу YouTube за авторские права. Дисклеймер. Никого не надо оскорблять, не надо. Пожалуйста, не надо. Материться не надо на мне в комментариях. То я жалобу поставлю. И вас заблокируют. Вы видите ли стену, как мы разбили клавиатуру. Мы с севками. Мы с этим дебилом нашли клавиатуру. С этим дебилом, который со мной бьется, дурачок. И сегодня, короче, он книжку на мою сбрызгал. Антисептиком был, блин, Сева дебил. Сейчас покажу вам. Вот, на этом. Украинская мова.
Вот, на этом книжке. Украинский язык. Третий класс. Я хожу в третий Б класс. Сейчас покажу. На столенке 41. Вот. Вон что. Вот что он сделал. Но она посохла с этой бумажкой. Он совсем дебилый. Вы, ребята, он дебил. Он плохой ученик. Наш ученик — это Сева Костенко. Я ссылку в описании этого дебила. Будет ссылка в описании на этого дебила. Ладно, ребята, всем пока. До скорой встречи. До завтра. Наберите 3 лайка и будем снимать Art BB. 16-я часть. Ну пока, ребят, всем пока.